Это что, Дедушка Мороз? Надо подойди поближе. Я еще раз повторяю, мне нужно 4 оленя. Нет, этих оленей у меня хватает. Мне нужны которые животные с рогами. Да, в этот понедельник. Сейчас, подожди, перезвоню, работа. Да, внучок, привет. Ты правда Дедушка Мороз? Да, все верно. И ты сможешь выполнить мое любое желание? Да, но не одно желание, а целых 3. Я бы хотел себе крутой самокат. Крутой самокат, говоришь? Да не вопрос. Вау, спасибо. Второе желание. Я хочу тренировку с Артемом Остаповым. Артемом Остаповым? Это же тренер по трюковому самокату. Его я знаю. Сейчас все будет. А, Серафим, вот ты где. Ну что, готов к тренировке? О, это Артем. Круто. Ну что, хорошенько подумай. У тебя осталось еще одно желание. Хочу на выездную тренировку с Артемом в Таллин 6 по 10 января. Выездная тренировка в Таллине? Сложно, но не для Деда Мороза. Закрой глаза и досчитай до 3. 1, 2. Mama thinks that I'm going under. Papa says it's all just a phase. I just hear the voice in my mind saying everything's not gonna be okay. Cause I lost friends trying to tie up all my loose ends. Now I'm alone. Had a rough year trying to chase away the tears I wasted on love. So I'm laying on the couch, some doctor I don't know. Hoping he can analyze my souls. And my lover is gone, they left no note. I got nobody and no goal. Doctor, tell me how'd I get this low. I don't wanna live my life no more. So give me all your pills, something that could kill the pain. He says everything goes and everything goes. You don't need love, you need you the most. So I won't give you drugs to overdose. You don't need love, you need you the Очередной день в Таллине. Вчера мы хотели погулять, но, к сожалению, вчера был сильный ветер, дождь, а сегодня погода просто замечательная, солнышко, все сухо. Сейчас мы погуляем по старому Таллину, после этого встретим ребят, кто помладше, кто живет с родителями, возьмем такси, поедем в самокатный магазин, а после этого уже в скейт-парк на тренировке. Все, мы взяли продукты, сейчас я вызову такси, и мы направимся в самокатный магазин. Да, Серафим?
практически на месте. Сейчас будем заходить в магазин. Каждый купит все, что ему нужно. Кому-то нужны наклейки, кому-то нужны браслеты, кто-то хочет купить полноценную запчасть, там колеса, руль. Все, мы заходим. Мы успешно купили запчастей, наклеек, браслеты. Сейчас я куплю шкурку и разыграю в рамках конкурса. Так что досмотрите видео до конца, вас ждет небольшой конкурс. Ну все, мы все купили, направляемся в скейт-парк. Самое забавное, тот же самый таксист приехал по звонку. Мы снова загружаемся. Да? Сейчас едем с подов Таллин. Так, ребят, задание следующее. Сейчас будем вылетать с вылета вот сюда. Готовы? Да. Погнали. Чего-нибудь спим. Сегодня тренировка присоединился гость из Хельсинки, зовут Мио. Сейчас мы будем отрабатывать 180 квадри, точнее, научу делать полноценную 180. Ошибки есть, но сейчас мы все исправим, будем делать полноценное движение. Так, Максим, задание следующее. Нужно сделать хил туда и 360 обратно. Готов? Давай опять. Еще один момент, у Максима сегодня день рождения, ему исполнилось 8 лет. Я сейчас сходил, купил ему шкурку Apex, и сейчас каждый оставит свои пожелания. Собственно, вот. Сережа. Здрасте. Смотри, мы сейчас пишем пожелания Максиму на день рождения.
все, я собрал всех ребят, все расписались, написали свои пожелания. На самом деле очень круто, что все присоединились, и мы сделаем Максиму такой приятный подарок. А вот и Максим. Ну что, у тебя сегодня день рождения? Сколько исполнилось? 8. 8 лет. Здорово. Смотри, это тебе подарок от нас. Вот, можешь даже посмотреть сразу. Открывай. Каждый из нас написал пожелание от себя, поэтому, когда ты наклеишь новую шкурку, сможешь как раз оставить на память. Коробка. Давай, Петь. Молодец. Давай, помогай, кулачок еще. Оп. Кстати, это как раз стенка, на которой расписываются все известные райдеры, которые сюда приезжают из Америки, из Австралии, со всей Европы. И я думаю, вы видели ее в одном из моих предыдущих видео, где я сделал обзор на вот этот тренировочный комплекс. Если не видели, то вот где-то здесь будет подсказка, обязательно посмотрите, узнайте всю актуальную информацию, все зоны, что здесь происходит, что здесь можно делать. Ну что, друзья, этот тренировочный день подходит к концу. Сейчас мы направляемся в средневековую кафешку, где перекусим и хорошо проведем время. Покушали, направляемся домой. На самом деле нам очень повезло, поскольку когда мы пришли, перед нами было трое человек, а когда мы уходили, там выстроилась очередь человек на 15, они уже были на улице достаточно далеко, но мы успели поесть, хорошо провели время, и сейчас направляемся домой. А сейчас мы идем в магазин за дровами, потому что они закончились, а в квартире есть сауна. Ну что, друзья, заключительный тренировочный день в Таллине. Мы приехали, как всегда, в центр спотов Таллин. И на улице очень плохая погода, сейчас вам покажу. Сейчас дождь, сильный туман, но на самом деле нас это не сильно волнует, поскольку мы в теплом сухом месте, тренируемся внутри. Так что сейчас пойдем в скейт-парк и начнем разминку.
что на этой грани у тебя получается хорошо. Давай перейдем на более высокую грань. Готов? Пойдем. Итак, следующий у нас Макар. Макар, смотри, задание следующее. Нужно сделать бип на подкат, потом сделать бип в коттере, а потом бип скат. Готов? Да, конечно. Давай. Итак, следующий у нас Влад. Влад, задание следующее. Нужно сделать хороший прыжок на пирамидке, потом вернуться обратно. Делай тоже прыжок. Попытаюсь. Попытаешься? Давай. Макар, следующее задание. Делаем вип в книгу, а потом даунсайд вип на подкате. Ну что, друзья, как и так, прошли мы выездные тренировки в Таллине с 6 по 10 января. Следующие мы выездные тренировки пройдут также в Таллине с 23 по 27 марта. Совсем скоро в своем инстаграм-аккаунте я выложу всю актуальную информацию по моим ближайшим выездам, поэтому рекомендую подписаться, чтобы ничего не пропустить. Чуть не забыл, конкурс на шкурку. Для того, чтобы принять участие, необходимо подписаться на мой YouTube-канал, поставить лайк этому ролику и оставить любой комментарий. Количество комментариев не ограничено, делитесь впечатлениями. В следующем видео я объявлю победителя. Ну а это видео подходит к концу. С вами был, как всегда, Артем Остапов. Увидимся в новом видео. Всем пока!